Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Пенумбру, и в предыдущей части мы нашли смотровую. Здесь мы нашли какие-то 6 компонентов, смешали их в машине, рядом, где страшный человек лежит, как-то весь облезлый. Нам осталось найти вот сюда какое-то что-то, и, видимо, все. Кроме того, нам также надо найти ключ-карту, чтобы спасти Амабель. И каким-то образом осветить темный коридор в питомнике. Ой, тихо-тихо. Куда иду? Где я? А, все, понял, где я. Ладно, хоть начал маленько ориентироваться. Тихо. Твою мать, волна идет, да? Да-да-да. Так, а там у нас питомник. Что у нас здесь? Бляха-муха. Ах, надо было дверь быстро открыть, туда забраться. Ну, ладно, сейчас он пойдет обратно. Ну, я уже маленько приучился к ним. Не так, честно говоря, их боюсь, как раньше. Вообще игра меня, честно говоря, уже не так сильно пугает. По крайней мере, стандартными своими моментами. Поэтому как-то уже... маленько привык, что ли. То же самое было в первую часть, под конец, как вы видели, я уже тупо пробегал мимо собак, они переставали меня пугать. Здесь же, похоже, ситуация... Так, тихо. Проходи мимо. Так, что у нас здесь? Сломанный телевизор. Блин, жуткий звук, конечно. Фу, так. Ну, в такие моменты маленько не по себе, конечно. И чё я сюда заходил-то? Ради сломанного телевизора? Моя не понимай. Так, ну чё, где он? Так, ладно, хер с тобой, золотая рыбка. Короче говоря... Он тут, насколько я понял, один. Там у нас питомник. В питомнике я ума не приложу, честно говоря, что делать. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Или, может быть, их два. Там еще один ходит. Так, короче, вот тут вот у нас смотровая. Да, тут еще один другой. Так, это у нас ведет Камабель, по-моему, да? Или нет? Твою мать. Ни хрена не понимаю. Химлаборатория. Или это все-таки одно и то же место было? Чё-то я путаюсь, блин.
Не, ну то есть как я примерно понимаю, что мне надо делать, но не понимаю, что мне делать в питомнике. Единственное место, которое меня пугает. Здесь уже как-то, ну, блин, просто стелс-экшен идет. Они меня пугают уже не больше, чем, скажем, иди нахрен. Не больше, чем охранники в Metal Gear, скажем. Ну чё, все? Ладно. Пойдемте в питомник, что ли, я не знаю. Мы тут уже везде, по-моему, были. В исследовательском центре мы. Собственно, вот он. Амабель у нас там. В химлабораторию нас не пускают. Питомник там, смотровой мы были. По-любому. Единственный расклад, который у нас остается, это идти в питомник. Да? Видимо, да. Но все равно маленько путаюсь. То ли их двое было, то ли он один был, непонятно. Пардон, не ожидал, что он с такой высоты убьется. Так, что ж тут делать? Как-то мне надо осветить путь, но как? Может, у тебя что есть? Не приложу. Может, здесь, где мертвые собаки лежат, я что-то упустил. Простите меня, если я парюсь по очевидным мелочам, которые вы уже давно заметили, но, честно говоря, я именно вот только в пенумбре у меня бывают затыки. Возможно, это все-таки что-то не со мной, а с игрой. Да я знаю. Да. Вы тоже очень рады меня видеть. Я, правда, не пойму смысла, почему эта будка начинает рычать, когда я в нее вхожу. Так, а в тебя нельзя зажечь, скажем, как-нибудь. Закупорили. Но, судя по всему, нет. Так, что у нас в той комнатушке? Я уже, честно говоря, у меня мозги на викрень. Не знаю. Нет, тут ничего нет. Ладно. Если буду слишком тупить, то вырежу несколько минут, когда откровенно хожу кругами, но пока что... Пока что нет, пока что все нормально. Так, что у нас здесь? Схемы, другие электроконтакты. Как-то осветить. По-моему, это ни хрена не поможет. Ну-ка. Сохранимся, прежде чем идти на самоубийственные дела. Хрен там. Ой, даже не знаю. Фу, так, что же делать? Продолжаем. Короче говоря,
По прошествии примерно минут пяти я допетрил до того, что твари-то вылезают у нас из дыр в стенах, которые меня жрут, судя по записям. Я закрыл эти дыры, и вроде как это нам помогает. Но не будем испытывать судьбу, поэтому давайте по-быстрому пробежим. Взял вот отсюда два тяжеленных ящика, поставил их туда. И мне это помогло. А теперь там у нас что-то щелкает. Надеюсь, тут ничего не надо будет затыкать. Так, ладно. Но все равно все потушено. Оп. Так. Ага. Ага, так, сейчас она придет ко мне. Блин, это может быть опасно. Я ненавижу такие вещи. Еще с паром в первой части я парился. А, ну как парился? Я там аж парился просто. Такой каламбурчик небольшой. Но тем не менее, так. Давай, 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 давай. 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 Давай, давай, включай. Давай, давай, давай. Ой, 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 открывай. Ух, блин. Закрой нахер дверь. Уф, ты кто такой? Ты, мать твою, кто такой? О, карта. Ненавижу карточки ключи. Одного не понимаю, чем вам не угодили старые, добрые, висячие замки. Так, это я так понимаю, карта. Для сельской лаборатории. Весь в укусах и царапинах. Но его этот притащил, как его. Про которого мы читали пару серий назад. Не помню, Фриск, по-моему, его фамилия. Так, и все, что ли, обратно идти? Неужели тут нет какого-нибудь нормального человеческого выхода? Скажем, свет включить нормально. Видимо, нет. Так, сейчас как свет загорится, надо будет ломиться. Ой, нет, 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 рано. Давай, 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 пошел, пошел. Пошел, 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 пошел. Давай, 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 давай. Уф. Адреналинчику-то полные штаны. Так, ну что, все тут похоже. Ну ладно, это было довольно-таки неочевидно там с этими ящиками, которыми нужно затыкать дыры. Ну да ладно. Теперь нам нужно вставить эту карту. Как ты думаешь, если ты поможешь промучиться ей еще несколько часов, она будет тебе благодарна? Может, надо брать ее прямо сейчас, пока она тепленькая? Как там чмоки-чмоки? Пошляк. Пошляк, пошляк, пошляк. Твою мать, ты что тут делаешь? Он за мной? А! Нормально. И что мне с ним? Я надеюсь, ты уже далеко ушел. И как мне тебя обойти сейчас? Смотрю, он опять там. А похеру, погнали, пробежим мимо него. Я думал, он не угонится за нами. Валим, 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 валим. Блин, что-то, блин, стрёмно, стрёмно. Уф. А он тупой. Крайне тупой, надо сказать. Так, ну что. Уф, блин, неспокойно что-то мне последние пару серий. Да чего херово, извиняюсь, это лаборатория. Предыдущая была... Ну, предыдущая была не лучше, конечно.
Исследовательская станция Мануик испытывает технические трудности. Пожалуйста, держите капсулы с цианидом наготове. Нет уж, спасибо, лучше вы к нам. Ой, нахер я вообще сюда полез? А где Анабель-то? Анабель вечно называю. Амабель ее зовут. Хотя про имя Анабель я слышал, а Амабель это что-то, блин. Что мы наделали? Не знаю, что вы в туалете наделали. Так, ладно. Это все хорошо, но где моя девочка, которая... Пакс. Ох, пакс какая. Где моя девочка, которая так стремилась спасти в последней серии? Что-то я не вижу. Ну, давайте следовать, как обычно, по часовой стрелке. Ой. Нет. Нет. Да. Взболивающее. А мне, надо сказать, оно тоже довольно-таки редко пригождалось. 20 батареек, охренеть. Редко пригождалось, потому что не такая уж и сложная игра. Если, в принципе, с умом к делу подойти. Чего у нас тут? Еще обезболивающее. Это у нас что? Safe Station. Как говорил один любимый мною летсплеер. Как его? PewDiePie, по-моему, зовут. Довольно прикольно. Я в него недавно смотрел первое прохождение Пенумбры. Довольно прикольно человек реагирует. Это похоже рабочий стол Амабель, да? Нет. 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 Но если тут ничего нет, то это, блин, обидно. Так, что у нас здесь? А это, в принципе, офис Амабель. Девочка. Ты где? Это что у нас? Швабра такая, что ли? В принципе, ладно. Возможно, с тобой что-то и можно сделать, но я, честно говоря, не вижу. Уф. Ладно, я думаю, на этом мы прекратим эту серию. В этой серии мы разобрались таки с питомником, с его темным коридором. Что же за той дверью, мы узнаем в следующей, потому что что-то мне кажется, ничего хорошего нас там не ждет. Как и за той, в принципе. С вами был Артур. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока-пока.